Народ там и говорит один, а делаем немножко по-разному. Ну, немножко мы разные. Говорит, в деревне на Украине все хатки такие беленые, да, все красиво. А в России, мол, все чистокол дырявый. Народ один. И вот ты едешь, разница колоссальная между русской деревней и украинской. Ну, к сожалению, я вынужден признать, что сравнение не в пользу русской деревни. Совершенно друг, они выбеленные домики, чистенькое все, там, да. Подожди, подожди, подожди. Это что получается? Це Украина, це Европа? Там хатки-то беленые, а? Так сказать, Европа, а? А Россия? Так это чистокол дырявый в деревнях, правильно? Что-то я не понял. Неужели и правда так? Так давайте посмотрим. Посмотрим, как выглядят деревня и городки, маленькие городки в России. И как выглядят такие же маленькие городки и деревня на Украине. А? Давайте посмотрим на деревню в Украине. А посмотрим мы вот на вот эту первую попавшуюся, кстати, не так уж и далеко от Киева, деревню или поселок городского типа, небольшой, Белая Церковь он называется. Смотрим. А? Где хатки беленые? Це Европа? Чистоколу он покосился. Ну ладно, не будем откладывать. А в России мы тоже посмотрим на деревню. И тоже посмотрим недалеко от Москвы. Недалеко от Москвы мы посмотрим тоже небольшой город, городок, поселок. И окраину этих улиц в городке Юрьев-Польский. А? Це Европа? Кто-нибудь видит разницу? Напишите мне, кто видит разницу? Мы что, получается, тоже в Европе? Михаил Кожухов, путешественник, ёк-макарёк. Ты где там путешествовал-то? В России вообще был? И на Украине? Где ты там видел-то разницу? Одно и то же, по ходу дела, нет? Напишите свое мнение. Так, нет, по мне так одинаково. Це Европа и Россия. Санечки приведены в порядок. И у нас. Вот ездишь когда по России, ощущение, что большинство людей живут не постоянно. Наверное, цикл передач на украинском телевидении теперь у него продается. Вот надо было сказать, что в России так себе теперь. А? Тенденция как-никак. Подписывайся на канал, напиши свое мнение. Дальше будет только интереснее.